Ребят, всем привет. Такая проблемка была. Установил себе Android 12 на телефон, обновился, и DJI Go 4 приложение перестало открываться. Нажимал на иконку, и вообще ничего не появлялось. Думал, в Play Market, может, там обновить надо. Ничего, тоже открыт, нажимаешь по нулям. В YouTube роликов мало, никаких конкретной темы нет на это. И решил вопрос. Короче, нужно зайти на официальный сайт dji.com. Ссылка будет в описании, именно откуда. И скачать именно APK-шный файл. Именно для Ronin, вам, DJI Go 4 или других приложений, какие у вас на Android. 11, допустим, были, а на 12 они не идут. И APK-шный файл скачиваете и устанавливаете. Прошлый файл не надо удалять с телефона, он поверх обновится, как обычно, и все. Просто, наверное, связано с тем, что пока в Play Market нету обновлений именно на 12 Android, но на сайте есть. Так что коротенькое видео по этой теме записал. Если помог, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.